Здорово, пачаны. Мегагосовский прусовский гайд. На кого? Вот Фантом Лансер была. Следующий — Випер. И смотрите, я пику его в конце. Это... я даже знаю, что его не возьмут, потому что это такой непопулярный герой. Не знаю, почему непопулярный, но... между прочим, он очень даже хороший. Охуенный мидер, но мид у нас занят. Так что я пойду на легкий лайд. Так-так. Бля, вот, ну вот эту хуйню, короче. Чисто закуп по предлагаемому этому начальному предмету. Блять, ёбана в рот. И чё, мне на сложный лайн нахуй идти, что ли? Ну, на сложном лайне, пачаны, сами знаете, да? С такой вот хуйнёй, без вардов, идти на сложный лайн, это всё, это хана реальная. Потому что, бля, по КД отводы пачаны будут делать, и я не то, что экспиция, блять, нихуя не буду получать. Вообще ничего. На 10 минуте может апну, господи Иисусе, 5-й левел. 5-й левел. На 1-м левеле я качну цешку. Почему он хороший? Потому что у него есть супер замедление. Супер вот эта вот цешка. 20 мп стоит. На 10 кастов нам хватит. Ну а она откатывается там 4 секунды. 4. Пум-пум-пум. Вот с помощью вот этого скилла обязательно его 1-м левелом качайте, потому что ФБ можно сделать там, да? Какая-нибудь мразь занаглела, вы ее берете, замедляете, там, плюете. Длительность 2 секунды. Периодичность урона 10. Типа, усиливает яд випера, это ведь какая-то, блядь, летающая башка, сука, непонятная, похожа на рыбу Скар. Вот у Пак с первой доты тоже был похож на Скара, вот этого плоская, знаете, рыба в море, которая, блядь, плавает там, сука, живет своей жизнью. И вот Вайпер, такая же хуйня, только ядовитая, супер ядовитая. Вообще, в винде охуенно идти соло, соло, а я с ней, это, вместе. Бля, голяк, она даже варды не купила, ну нищая ссаная. Здесь я должен фармить, потому что... Кто должен? Я. Обязательно он отдает, не пытается. Ну, и также это, старается, что-то коцает, блять, мобов. Но мы лейт, понимаете? На этом лайне мы главный. Нагибатор. На. На коцы, видали какие на коцы? Пум-пум-пум. Смотрите, плюха, пух! И сразу видно, смотрите, видите? Шар такой, шар. И вот этот шар несет за собой периодически 10 урона и плюс замедление передвижения. Там еще всякую фишку. Вон, допустим. Бля, блядь. Соло пачан стоит у нас. Надо его вообще как коцать. Прикиньте, против двух дальних он что-то еще хочет делать. Иди нахуй отсюда. Вон, видали? Еще плюс. Плюс сверху идет дамаг на него. На. Еще вот так вот, на, бля. Ядовитая хуйня я. В тактиках с виномансером. Пизда, да? Прикиньте, два замедления таких. Это все, это фибер можно делать смело. Сейчас я качну еще. Так, ага, позволяет вот эрку. Так как мы не танчим. Не танчим. Третий скилл не стоит качать. Когда там, знаете, не быкуют на нас. Смотрите, что. Видите, что осталось от мистера Кунки, а? Просто он, с третьим левелом первого скилла он просто, блядь, такой, как так, нахуй, я же просто хотел баба добить. Нельзя просто так его добить, этот Богомир, блядь, говорит. Нельзя просто так взять и добить баба на вайпере. С вайпером, да? На, нахуй. Стрелу заряжай. Блядь, ну, сука, дура тупая. Пиздец. Мразь ты, блядь, хилку-то сбей ему. Пацаны, я еще вам хочу показать, смотрите. Я не могу клацать, я не могу клацать. Видите? Спамить. Короче, в Аве сделали антиспам этих восклицательных знаков, прикиньте. До чего ёбнулись. Ну, просто тупицы. Они просто хотят, я как понял, и это аудиторию Dota 2 исправить в клан, да, вот этими всякими своими нововведениями, муты там. Массовые муты, блядь, что на 160 часов, блядь, даются. Потом антиспам вот это, антирепорты. Ну, охуенно, чё же, блядь. Посмотрим, что будет. Я вот еще цешку качнул. Видим, что фарм идет. Ну, 11 мобов, это не пиздато, ботинок покупаем, чтобы вообще догонять и перегонять. Вот, смотрите, цешка на. Охуенно. Видите, уже 16.
Она промазала. Эта дура промазала. Ну, она... А это подруга со мной, кстати, в пати сейчас. Вот эта вот подруга. Тёлка она, по совместительству, кстати. Вот. О, хилками там меряются. На, блин. Дурак. Дурачок, блин. Вот хочу третий левел этого скилла, так как когда он будет третьего левела... Ой, господи, если он ее убьет, я просто, блядь, разорусь. Волна пошла, волна, она на волне. Вы видите, что стоит? Вы видите? Ёб твою мать. Он ФБ взял. Пацан, который соло стоит. Он, мать ее, соло. Ну, он тоже сдохнет. Подъебал, красава, чё. Да на тебе. Ты меня не... Не-не-не, да ты не уйдешь. На. И последний удар вот так вот сверху. Но то, что он ФБ взял, я в недоумении. Как винда... Видим, что первый скилл можно еще на автокас поставить. Ну в пизду. Вот сейчас Сэшка, Сэшка, по КД. Пойдем пьем леса. Там же Акс у нас вкусненький такой. Фармит немножко. Слово ХП. Он же кунку снабжает хилками. О, Тинкер. На, въебало. Мы должны убивать, а не пудж. Сейчас он где-то здесь. Вообще я на месте Акса, это, на отводах качался бы. Только бы не ульт, бля, если у него ульта. А, все, они это, пропалили. Его предупредили, в общем. Охуеть. Ладно, пойдемте накоцаем кунку. А кунка, если вот сейчас не уйдет с лайна в текстуру, то ему может быть даже пизда, потому что я его буду сопровождать до вышки егошней. Понимаете? На. Дурочка, блядь, тупая. Мать Иисусе, блядь. На. Ну, блядь! Сука, видите, дамаги нету. Замедление есть, а дэмэджа нет. У него МП нет. Как и у меня дамаги, блядь. Сука, хочу шестой левел, пацаны. Как же я хочу шестой левел. Вот, все. Шестой левел получили. И теперь мы вполне можем даже погангать немножко. По МП я проседаю, кстати, из-за того, что часто употребляю первый скилл. Так что нам, наверное, даже арканы придется покупать. Да ладно, шучу. Арканы в пизду. Не, ну Вайпер это латте. Вот, в этой игре он второй по счету лейт. И что? Короче, уходим отсюда. Покупаем не ПТ, а фризулину. Фризулину, какулину. Где моя фризулина? Так. Не надо ПТ. Ну да, там есть вот 15 скорости атаки, но... Эти 15 скорости атаки потом... не актуальны будут, потому что я куплю мом. И по сравнению с момом, эти 15 атаки, сами, да, знаете. Что было хуйня, а вот я ульт качнул, длительность 5-1. Используется аганим, периодический урон там 60, но аганим собирается, там, он стоит 4000. И когда, бля, вот, если мы лейт, то, блядь, не должны. Смотрите, замедляю. Замедляй, говно. Сука, стиллер, блядь. Смотрите, как меня накоцали мобы. Потому что нету щитка. Вот, нам было бы неплохо, это, купить еще щиток поначалу. Чисто, чтобы был. Ну и плюс там 60% дефа всякого физ урона. То есть неплохо. Еще цешку качаем. Вообще, цешка сейчас, она откатывается уже с третьего лева 0 секунд. Ну и 40% замедления, прикиньте, 40%. Это супер-пупер. Ульта откатывается быстро. 8 секунд. Ой, мне долго, бля. Но зато на третьем левеле 30 секунд. А с аганимом так вообще за сколько? За один замес можно наградить всю тиму этим ультом. На полном серьезе говорю. Он не массовый, а просто откатывается там, пиздец. Считанные секунды. Секунд 10 где-то.
120 МП стоит, так, ага, периодически Warland 60, ну, плюс замедляет еще. Ну, блять, пока я читал, видали, сука. Все для вас стараюсь, пацаны, все для вас. Пока читаю, блять, эти долбоебы нахуй быстро реагируют. Ну окей, нахуй, самый Бен Ладен, блять, сейчас будем взрывать, нахуй, ярак ихний. Бомбить, ёб твою мать, блять, Багдад. Давайте. Вот, смотрите, я все, три раза, три класса. Или два даже. Видите, видите? И сколько, на 2 минуты где-то, блядь, блокируют. Господи Иисусе, ну у нас даже нет вардов, видите? Играем вслепую, блядь, городская, сука, в деле. А вот как вайперу ходить гангать леса, когда нет вардов? Ну вот Туч поставил для себя, он что, не мог в леса ихние захуярить? Вообще, этот ёбаный Акс должен ПКД нахуй сосать. Коцаем нахуй. Не сдох, повезло. Ну вот, зато сейчас видит. Сука, ёбаная. Сделай что-нибудь, блядь, толстая, блядь. Сука. Ну хуй-хуй, кто поможет. Ну теперь на базу возвращаемся. Вообще, а я унизил просто Тингера ёбаного. Урон по героям, ну еще Эрку. Вот, сейчас прочитаем. Так, этот вайпер наносит дополнительный урон в зависимости от утраченного врагами здоровья. Дополнительный урон удваивается при отсутствии у врагов очередных там 20% там здоровья. Так, наносит половину урона к мобам и постройкам. Дополнительный, так, основной урон, ну, 7,5, это физический физ. То есть, ВГ дефает этот скилл. Урон не по героям, 50%. Максимальный дополнительный урон, но там стакуется. Коц, плюс что. Ну, не замедляет, да, к сожалению. Но зато коц. А вот это, когда вас пиздят. Когда вас пиздят, то чуваки отравляются. Покиньте, как до того мы ядовитый хер. Я, кстати, щит возьму. Вот, чтобы поров какой-то мейн собрать. У меня ДПСа нет, пацаны. Нам нужно МКБ какой-нибудь. А вообще, по факту, я должен был идти мид. Ну все, пизда тебе. Да пизда тебе. Вот, коц, юзаем Фризулину. Слушайте, а хули у нее МС больше, чем у меня? Вы мне можете сказать? Ничего стилит. Ну, кто должен тащить в будущем, блять, она или я? Конечно, я, блядь. Фармим. Анимация атаки позволяет, чтобы добивать чисто всех мобов. Вот. В легкую. Плюха поменьше, видите, да, дизайн ее. Такой маленький, а когда с цешки, то он огромный, блин. Такой аж ком. На. Сейчас мистер Акс может выйти, а он леса. Такс у них днище, блядь. Я бы на его месте постоянно выходил, потому что если дать власть вайперу... Ой, бля. Да я видел там, ты волну, долбоёб, сделал. Идиот меня, чё, блядь, хотел убить. Но я не убью Кулку в соло. Потому что он вполне может принять бой и не придется его кайтить. То есть... Цешка отбежал. Но какого-то хрена, бля, под всеми замедлениями у него МС был больше, чем у меня это, блядь. Давайте сейчас проанализируем, какой у него МС. Где ты, Кунка? Блять. Кунка в лесу. Вон там, в таверне. Сейчас, наверное, волну. А, не. На, плюха полетела. Ага, волну поставил. На, блин. Да, сука, вот. А, что с виндой, что с антимагом, вайпер не убьет. Ну, с нормальной виндой, да, возможно, и порескилить пачанов. Ну, смотря против кого стоите. Если против там блинкающихся, да, херу, то хуй есть два. Пачан просто возьмет и выблинкнется. Даже Дарксер тот же, да, его любят отправлять на сложный лайн. Вот если бы я пошел на топ,
там какой-нибудь тир был бы. А я с виндой. Мы его там коцаем, коцаем, и отберут на себя скорость, юзает, и все, убегает. То есть, не всех получается. Нам нужен стан в тактике. Или замедление. Самый лучший это виномансер. Вайпер, виномансер. Все на букву В, значит, они охуенны в комбо. Этот замедляет, тот замедляет. Фу, пиздец. А в триплу. На цемех почему-то не пикают этого вайпера. Хоть и герой, блядь, в лейте вообще разъебывает в хлам. Не, без всяких там наебов-то. На. Ну давай попиздимся. Сука, блядь, вы чё? Слышь, кунка, мразь. Тупая, блядь. Это меня попытаются сейчас заденайдить, наверное. Чё там происходит? А вот теперь починоежку качнем. Когда меня начнут атаковать, вот источает заразные токсины, которые замедляют врага, нанося ему урон. Если вот тот атакует, ну это против наглецов. Стоит качать там ближнего боя. Ну и дальнего тоже. Они, прикиньте, тебя коцают. У них, там, допустим, мало дэмэджа. В итоге это, короче, как блейдмейл. Но плюс еще вдобавок замедляет передвижение 10%. Угу. Это как вот наша цешка работает. По факту убегаем отсюда. В ужасе, в шоке. Я покупаю... Не какой-то там Монки Буинт. Монки Буинт нам не нужен. БКБ. Возьмем. Вот. Вот эту штуку. А, блять, продаем ее нахуй. А нет. Не знаю, сейчас подождите. Это какой? Уникальный модификатор. Атаки мало. Убивать нам некого. А мы никого не пробьем. Посмотрите, жирный. 4. Ну, антипик. Поздравляю. Основа антипик, слушайте. О, блядь. Что чувствуется вкус алкоголя? Какого-то спиртяги. А вроде кола обычная. Единственное, дешевое, но написано кола, а спирт чувствуется. Может, эти старые дрожжи, блядь, всплывают, дают о себе, так сказать, знать. Так. Эх, где же вы наши цемочки, где же вы наши леоны? Почему вы не пикаете, блядь, их? Там лишь раков пугну. Блядь, это пиздец. Фокусят вайпера. Даст предостаточно героев, если они захотят, да, враги, отпиздить вайпера, то у них это получится. No problem даже. Вот, МС, пожалуйста, посмотрите. Блять, вот, сука, долбоёб, ты вот давай, иди ко мне. Нет, ну ты давай, блять, ты же, блять, хотел там, нахуй, меня отпиздить, а там... Почему ж корабль не пустил? Засол, что ли? Еще вышку качаем. Так как ульта у нас ДПС наносит. Если бы она не наносила ДПС, то и ее можно было бы... Ну, смотря, что она делает. Тоже. Играет роль. Там, допустим, у Чена, да, хилит. Конечно, хил в некоторых этих моментах затаскивает весь замес. А то и всю игру вашу. Сейчас выжидаем 1800 адены. Я знаете, что куплю? Сейчас. Вы, наверное, ну, знающий дотер, может, уже в курсе, что я хочу купить, да? На 1900 адены, что я хочу купить, как вы думаете? А? Ну, 1900 адены. Москов Меднас. Угу.
Мне интересно, как же получится с Mask of Madness. Мы в райдах будем, будем экспериментировать, а не собираться по стандартным там этим сборкам. Вот эту хуйню, вот эту, да, это вот Shadow Blood по фастам, это вообще, блять, супер-пупер, офигер-мидер. А, МКБ тоже, там плюс 8 и плюс скорость к атаке. Ну, это уже в будущем. Это Аганим собирается тогда, когда есть предостаточно лейтов, нормальных лейтов, которые нафармили. А у нас Вагина, у Вагины БФ. БФ и все. Это мало на 20-й минуте. Он фармил на двух лайнах, да? На легком там стоял с Клоквером или с кем, да, с Клоквером. Клоквер, наверное, вообще ничего с ботинком, с арканами. А Мом нам дает атак спид. Но также забирает у нас этот ПДФ. То есть, когда мы юзаем Мом, мы просто, это, как там, блять, сука, ходячая цель для ДДшников. Того же Кунки, да, он подкидывает нас ветра. И ему стоит пару ударов сделать, и все. Но надеемся, что такого не произойдет. А, ну это да, он по стандартной схеме летает, путешествует. Ну и что ты клацаешь, я тоже. Три раза клацается и все. Так, в оригинале пиздуй первый. Вот, у меня стилят, ну ладно, поделимся. Видали, да, как меня вышка откарала? Вообще ВГ неплохо собрать, но в пизду тоже этот ВГ. ВГ любят это говорить, он нужен на первых 10 минутах. Если нет на первых 10 минутах, то вы сосоху и нашли или... Не знаю почему. Блять, ты такой банальный, Кунька, ну мать твою, а. Вот, пожалуйста, с Момом. Я, кстати, видел траху с Момом. И трахи я тоже рекомендую собирать Мом. Ой, там кто-то, блядь, мелькнул, блядь, дура ты. Да, ПМП проседаем, надо было арканы покупать. Все-таки, сука, арканы покупайте, пацаны. Эй, шучу. Не, ну а как... Это, ДПСить-то будем. Допустим, если замедление, да? Ну, как замедление, хорошо, а дэмэдж... Дэмэджа-то не будет как такового. 1200 адена. А, почему я не собираю МКБ? Потому что... Ой, не МКБ, а БКБ. Здесь станов-то и нет. Вот, один стан и все. Кунка не попадает волной, и кораблем тем более. А, Мистер Дум, ну... Кинет на меня ульт, я отбегу и выживу. Акс агрит БКБ, если что. То есть он меня агрит. 4 секунды последнего левела агрит где-то, по-моему, идет. И того, то есть у меня остается 1 секунда БКБ. Вот так. Ну здесь по факту затащил Випер. Рекомендую просто его пикать. Идти на лайн, наглеть, но в меру наглеть. Вот, играя против инвокера, следите, чтобы он не качался через кьюшки, а если качается через кьюшки, то знаете, если вы пойдете лоб к лоб к нему, он даст вам метеор, скинет, а потом еще и вдобавок кьюшками, чтобы микростаны были, а и вы там ну, отсосете. Это как Хускар. Знаете, Хускар, если его прокачивать через эти огненные стрелы, то он а-ля Вайпер. Также накоцывает. Ну где там? Что-то суд. Суд, пачаны. Этот Мистер Дум ливнул. А я и не ожидал такого счета вообще. Да, наверное, никто не ожидал, да? Там, на сложном лайне еще в плюсе. Потому что там Кунка какая-то. Она пыталась наглеть, но он ФБ ждел. ФБ, блядь! В соло! В соло, бля! Против двух героев стоял дальнего рей. Пиздец, дальнего боя. Это просто шок. Сразу минус мораль элементарно.
Моментально, блин. Ух, хаста супер. Ну вот, получаем 6-й левел, идем гангать. Вообще, как мы раскачиваемся, да, вот эта Сэшка, потом Эрка. Если кто-то наглеет там, то не забываем качать третий скилл. Потому что наглецы, они дают плоды, блядь. Ну-ка, здесь. Ну кто где? Там этот Акс где-то был. Он, бля, съебался уже. Засал. Дэмэджа 80 плюс 24. Вот почему я и не собрал ПТ, потому что у нас есть мом. Ну все, пиздать, Акс. Не надо, слышь? Ой, ну я же сказал, что кунка здесь такая, блядь. А этот куда пошел? Его дело летать и это, блядь, пиздюков пускать, а не в замесах участвовать. Все, ешка. Замедление 20%, 25%. Ну да, похуже, чем Цешка, но извините, мне это пассивка идет, а это активка. А на МП сжирает это хуй. Сопротивление магии идет, то есть худ. Но с худом вроде бы периодический урон. Вот. Что-то не написано. Не знаю, с худом идет, не идет. Щиты и мечи режущие прямо в руках бойцов. Обычная ситуация для тех, кто... Ну, это какое-то, блядь, определение. Видите, маленький шрифт. И здесь тоже определение. И это тоже определение. А я не замечал. Думал, это просто одна хуйня какая-то там. Одни и те же предложения, блядь. Периодически урон 20. Он вас пиздит, и там еще урон. То есть 4 умножьте на 2. 100 дэмэджа. Нет. 4 на 2. 120. 80 плюс 8. Сколько будет? 160. 160 дэмэджа. Нет, подождите. 80 дэмэджа, блядь, все-таки. А потом уже 25. Ну, сотка. Выльется врагам. Наглым врагам. Вот так, пачаны. Да гибе, да. Вот моб, смотрите. Атак спид какой. Всех убиваю. Пум-пум-пум. Ну, недостаточно. Хочу еще ребра. Не, ребра хуйня, кстати. Кто на атак спид думает, что ребра заебись, они дают 50%. Ой, плюс 50% к скорости атаки. То есть, как Хуперстоун. Если вы хотите атак спид, покупайте тупо Хуперстоун, сделайте из него мажанин и еще один Хуперстоун. Ребра в пизду, они дорогие, 5000 стоят. На 5000 вы вполне можете купить этот Monkey King of... Ой, нет. Вот. Monkey, да, вот именно бар. А не вот этот, Black King бар. Завсегда, ладно. Эх. Ни одного саппорта нет. Вот в этой тиме. Ни одного. Ну где вы саппорты? Ну почему? ДПС ужасен, согласитесь. Видите? Я его тупо это не дамажил. Вон что-то там это пополучал немножко. А давайте сейчас вот с этим Джевилом посмотрим. Он плюс 21 и шанс пронзить 20%. То есть если мы пронзаем кого-то. О, блин. Ой. А, про траху не договорил. Траха с момом. Плюс ледяные стрелы, это такое комбо. Но также она становится, опять же, легкой целью, когда мом активирует для этих ДДшников. Он там сколько длится, так и плюс дает сток скорости. Это 100. Сток скорости атаки и 30% это. Но зато, а кто-то говорит, там плюс 15 или плюс 30, что-то такое. Помелькнуло, но заставляет получать на 30% больше урона. Вот, 30% больше. А 30% это не хухра-зухра. Вот 82-45, плюс замедление. Ни один саппорт не уйдет. Ой, мистер Акс, вам что, это... Жить надоело.
Бля, я не хочу на это говно тратиться. Ах, блядь, надо было ультануть, да? Да, я зажидил, блядь. Сука, говно. И еще деливает, смотрите. Уёбище, блядь. Ну ты уёбище, конечно. Ну ты уёбище. Ну ты мразь, блядь. Все, пошел нахуй, молодец. Последний ливнул. Ну, в итоге, что мы имеем? Чтобы 6 лотов, какие я вижу. БКБ, ну, это собираем в том случае, если дохуя станеров. Потом лотар. Лотар в первую очередь. Мом. Потом лотар. Это уже 3 слота есть. МКБ, БКБ. И сало в пизду. И, наконец, Тараску. Все. 6 слотов. Никакие БМы, ничего там. БКБ и нарезаете. Все, а убегать из мощатков, тактиках, да, понятно. Все его пиздят, кто дамажит, когда вы мог...